Здравствуйте, вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Валерия Шакунова. Мы-то все думаем, чего у нас весна толком никак не наступает? Ах, вот оно что. Жители дома номер 8 по улице Братской все еще Новый год празднуют. Мы тут, понимаете ли, нарциссы с тюльпанами вовсю ждем, а у них здесь елка нарядная стоит. Не по-весеннему это как-то, не по-майски. Надо исправлять ситуацию, ну хотя бы снять с елки украшения. Недавно во дворе дома номер 12 по улице Макаренко установили новую детскую площадку. И это, безусловно, хорошая новость, которая радует всех местных жителей. Но есть и то, что их огорчает. Дело в том, что прямо здесь же, на площадке, лежат части старых, демонтированных конструкций. Небезопасные, нужно сказать, штуковины. Отовсюду торчат металлические штыри и арматура. Так что, отпуская гулять ребятишек на новую площадку, родители все же беспокоятся, как бы они случайно не поранились, бегая среди этих развалин. Не один раз мы снимали сюжеты во дворе 201 дома по улице Балхашской. И все на одну и ту же тему – отсутствие подъездного козырька. Пусть не быстро, пусть не сразу, но козырек у 8-го подъезда все же появился. Добротный, металлический, который и от падающей сосульки спасет, и от любого ненастья укроет. Вывезли и старый козырек, который лежал неподалеку, на газоне. Так что сегодня с Балхашской 201 мы уезжаем исключительно с хорошими новостями. Сразу видно, что жители дома номер 18 по улице Добролюбова любят родной двор. К майским праздникам они привели его в порядок, после чего рядом с подъездами появились вот такие нарядные палисадники. И хотя цветов на клумбах еще совсем-совсем мало, здесь уже есть на что посмотреть. В этом же дворе мы заметили и кадр сегодняшнего дня. Первую весеннюю листву на дереве. В этом году пермская природа оживает после зимы очень долго. И увидеть зеленые листики на ветке – большая редкость. Нам остается лишь напомнить, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. На этот раз победитель получит в подарок стул от мебельного дисконт-центра «Наша фабрика». Задумали обновить мебель? Наша фабрика на Соликамской 271А. Реально низкие цены. Подробности у продавцов-консультантов. Ну а свои сообщения для дежурного передавайте, как всегда, в нашу информационно-справочную службу по телефону 2 630 300. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи.